Офигеть, а я что, в шахтах ни разу не ездил на этой тачке? У меня еще деньги есть, да? Ладно, пока ничего не будем прокачивать. Я в шахтах ни разу не ездил. О, сейчас я возьму и заработаю здесь монеток. Почему мне тогда игра ни разу не предложила поиграть в шахты на этой тачке? Я ничего не пойму. По идее, ну, должны были предложить. Слушай, чувак, ты в шахтах не ездил ни разу на этой машинке. А ну-ка давай проедь. Ну, такого ни разу не было. В шахтах есть, вот я когда играю, тут в одном месте спрятанный сундучок, бензобак спрятанный. Вот этот бензобак находится в одном нехорошем таком месте, где нужно нам изловчиться и поехать другим путем, не таким, каким ты хочешь. О-о-о-о, башкой стукнулся, да как так, ну ё-моё. Блин, давай сделаем повтор. Повтор и сделаем прижимную силу лучше. Лучше. Да, разблокировали слот. Разблокировали слот. Открываем. И смотрим, что мы сюда можем поставить. Так. Вот. Турбина, заряженная на максимальное давление на увеличение мощности. Вот давай такой, либо такую турбину, либо форсаж. Нет, форсаж, ладно, не будем. Давай турбину оснастим. Все. Поехали. С турбинчикой. Вот теперь вообще будем быстро ехать. Ну, где у нас турбина работает? Ого! Ого-го! Ого-го, как мы ускоряемся с помощью турбины. Здорово. Так, и надо, короче, здесь вовремя затормозить. Чтобы нам не врезаться. В том месте. Так, я запомнил. 400 метров. У нас до того места, где мы врезаемся. Будем... Но, может быть, и не нужно было сюда эту турбину ставить. Надо было нам защитный колпак одеть. Для головы, может быть, он бы меня и спазмы в каком-то определенном месте. Поэтому форсаж здесь, может, и не к месту. Ударил не особо прокачанный форсаж. А, вот в этом месте, да, я ударился? Да. Ладно. Я не думаю, что здесь там 5 километров я наездию. Ну, хотя бы, может быть, километра 2-3. А хотя бы один. Ну, один-то проедем. Да, ё-моё, я подняться не могу. Что такое? Что за форсаж такой? Ну, давай, работай. Ускоритель. Я не вижу, что ты у меня работаешь. Как всегда, надо все прокачивать. О, здесь можно прям в башку удариться хорошо. Ну, ладно. Ну вот, все, километр я наехал, наездил. Во-во-во-во, нет, не в этом месте. Не в этом месте надо наверх ехать, в другом. Ну, я помню, что... Ай-яй-яй-яй. В каком-то есть место, где бензин будет лежать сверху. А мы обычно едем понизу. И поэтому мы остаемся без бензина и проигрываем. Ну, возможно, здесь. Да, в этом месте. Ладно, я здесь разбился. В следующий раз я буду знать, где, куда нужно прям лететь вверх. Давай поиграем в командные события у нас в гоночке. Так, завершите трек как можно быстрее. Поехали. Выбираем аварийную тачку. Сейчас мы будем максимально быстро завершать. Посмотри, игроки какие у меня попались. Быстро. Нам нужно максимально хорошо проехать. Это на могилу, смотри, они все уже уехали. Улетели прям в небеса. О, здесь сложно будет, я не знаю, как здесь. А ну давай, да ё-моё, нифига, как сложно придумали здесь. Я вообще не знаю, у меня не взлетает машинка так высоко. Ладно, сейчас попробуем зайти. Оп, нет, получилось. А почему я с первого раза так не сделал? Почему я с первого раза всегда не получается? Давай. О, нет, бензин заканчивается. А здесь бензина не будет, что ли? Нет, есть бензин, вот он. Как же он далеко. Чуть-чуть нам не хватило.
Так, гонка на время. Так, берем, конечно же. Скорее всего, монстр трак берем. Потому что он большой у нас. Мы можем хорошо мяч подкачать. Да куда ты? Ах ты, вонючий мяч, да. Не получилось. Ладно, дальше. Так, без дозаправки. Все. Хорошо, у меня пачка прокачанная. Сейчас посмотрим, как далеко я. Ладно, проеду. Едем. Надо монстру карты, короче, прокачивать. Я не знаю, как. Сколько на это уйдет денег. Так, а здесь у нас сейчас нет бензина. Поэтому нужно было потратить. Поинтереснее что-то. Угу. Ну вот, проехали как-то. Давай, спускайся вниз. Давай. Чем больше мы проедем, тем, ребята, лучше. Все. 489 метров. Гонка на время. Ну, давай на дизеле попробуем. Проехали. Здесь. Ой, ты, е-мое, разбился. Батюшка Света, 3000 метров. Я на самом последнем месте, так и так. Ладно. Так, что у нас тут события? Начинается через 14 дней, да? Кубки. Кубок аллигатора. Давай, поехали. На кубке аллигатора проедем, посмотрим. Нет, скоростной тут чувак. Выбрался. Сейчас мы будем обгонять. Чувачки. Ох ты, мимочек пропустили. Давай. Так, аллигатор, смотри, стоит, сидит. О, я на первый даже поеду. Успели приехать первым. Здесь как бы эта трасса она сложная. С аллигаторами мне не нравится, по правде. Ну, сейчас попробуем. Поедем. Возможно, едем первым. Опять-таки. О, нет, вот аллигатор. Нет, смотри, они не двигались. Вот еще куча аллигаторов. Вот, давай по аллигаторам. О, есть, победа. Первое место. Так, еще три. Сколько там еще заходов? Я уже не понимаю. Мне казалось, что я уже сделал три захода. Может, там четыре? О, давай. Сейчас мне нужно опять приехать первым. Если выделаются чуваки. Давай, первое место. Есть. Вот это я сейчас в чистую. В чистую приеду. Первое место занял.